Студент года – ежегодный конкурс, который собирает огромные залы неравнодушных студентов, болельщиков и зрителей. В этом году студент года проходил в стенах Брестского технического университета, где за место лучшего из лучших боролись победители отборочных туров высших учебных заведений области. За желанный титул и билет на республиканский финал конкурса боролись 4 человека – 3 представительницы прекрасного пола и 1 сильный половины человечества. Будучи студентом, необходимо как можно больше иметь возможности заявить о себе. А такие творческие конкурсы, вообще любая конкурсная деятельность – это та возможность, которая дает именно студенту право выйти на сцену и сказать: «Вот он я, такой хороший, смотрите наниматели, смотрите руководители вузов». Участие в конкурсе «Студент года 2019» – это возможность показать не только самого себя, но и презентовать коллектив, свое высшее учебное заведение, продемонстрировать высокий уровень организаторской работы и подготовки. «Студент года» собрал лучших студентов из 4 вузов области. Такие мероприятия, они не только выявляют творческую молодежь, но они способствуют то, что жизнь университетская, понятно, что на первом месте должна быть учеба, но еще та внеучебная жизнь, внеучебная деятельность тоже должна быть активной, интересной для ребят. И такими конкурсами мы только привлечем, чтобы они оставались у нас и были самые лучшие специалисты. Организаторы подготовили для участников 5 испытаний, которые помогли раскрыть и продемонстрировать их потенциал, выявить лучших в учебе, творчестве и в общественной жизни. Основные критерии, которым они должны соответствовать – креатив, лаконичность выступления, уверенность на сцене и, конечно, харизма. Я на сцене уже не впервые, для меня это не ново, поэтому, конечно же, волнение есть, оно никуда не денется, поэтому сегодня будем, конечно, удивлять, что-то новое, разные жанры, надеюсь, все будет хорошо. Ребятам удалось продемонстрировать свои лучшие качества и таланты, но конкурс есть конкурс, и счастливый билет с возможностью представить область на финальном этапе один. Жюри было сложно сделать выбор, потому как судьбу победителя решили десятые доли балла. Победителем областного конкурса «Студент года 2019» стала Дарья Павловская, студентка 4 курса факультета славянских и германских языков Барановичского государственного университета. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания МВУК-ТВ.